Новым послом чемпионата мира 2018 по футболу от Самары стал герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко. Он будет рассказывать о преимуществах и особенностях столицы 63-го региона как на российском, так и на международном уровне. Такое соглашение заключили областные и городские власти. Выбор пал на Олега Дмитриевича, потому что знаем его как человека очень собранного, как человека очень энергичного, очень преданного делу строительства нашей страны, делу возрождения нашего города, и мы полностью поддерживаем решение, и ваше решение, Олег Дмитриевич, и той комиссии конкурсной, которая предложила вашу кандидатуру. Любимая игра миллионов, и я сам люблю играть в футбол, и в отряде космонавтов у нас есть футбольная команда, и не воспользоваться таким случаем, не стать послом, я думаю, что любой человек в здравом уме воспользуется таким случаем. Для популяризации футбола в области делаются реальные шаги. В 2016 году губернские спортсмены получат свыше десятка новых футбольных полей. Порядка 14 футбольных полей разработана проектно-сметная документация. Часть из этих полей, такие как, допустим, Отрадный, значит, в Новокуйбышевске, в Отрадном, в Сызрани у нас новые футбольные поля, реконструированные полностью. Эти поля в области, конечно же, мы делаем. Конечно же, они очень высокого качества, там искусственное покрытие, которое не требует того очень большого ухода. В рамках своего визита в Самарскую область Олег Кононенко также встретится со школьниками, посетит тренировочную базу «Крыльев Советов», осмотрит площадку строительства стадиона «Самара-Арена».